Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу начать с небольшой преамбулы. Самыми простыми словами мы можем объяснить ценность поста таким образом. В нашем физическом теле постоянно происходит борьба между добром и злом. И не только в нашей душе, но и в теле. Потому что постоянно идут процессы отмирания старых клеток, рождения новых клеток. Постоянно идут различные процессы детоксикации. Также наши иммунные клетки борются с определенными вирусами, если они во всеоружии. Если же иммунитет нарушен, то тогда начинаются различные последствия, не очень приятные для нас. И так же, как наша душа постоянно пребывает в этой битве с помыслами какими-то вредоносными, отслеживаем мы какие-то страсти, какие-то нехорошие чувства, какие-то позитивные или негативные эмоции и цели, ценности, которые связаны с ними. Точно так же и наше физическое тело, которая есть видимая часть нашей души, как говорили наши православные предки еще до революции, да? Вот наше тело, будучи видимой частью нашей души, тоже пребывает в этой постоянной битве. И над всей этой битвой, как надежда, это Дух Божий, который мы можем принять в свою жизнь, и, освятившись им, мы можем дать нашей душе победу, а нашему телу исцеление. Но для того, чтобы наше тело получило полноценное исцеление, мы должны помнить слова великого святого 20-го столетия Паисия Святогорца, который сказал: «Моча не освящается». Это золотые слова. Паисий Святогорец действительно сказал нам правду, правду, о которой мы должны помнить ежедневно. Если в нашем теле помойка, то, извините, сколько бы мы ни вымаливали о прощении грехов, о неспослании нам благодати Духа Святого, сколько бы мы ни проводили аскез во время поста, как бы мы ни постились, как бы мы ни ограничивали себя в чем-либо, как бы мы ни старались, но если в нашем физическом теле нету полноценных процессов детоксикации, то есть если не очищается организм полноценно от всех гнилостных процессов, если в нем застой лимфы, если в нем накоплено слишком много токсинов, если там повсюду кандида и паразиты, то, конечно, плачевные последствия гарантированы, и никакой пост не будет по-настоящему продуктивным, и цель поста не будет достигнута. А цель поста какая у нас? Это стяжать благодать Духа Святого. И Дух Святой приходит только в чистое место, и мы должны иметь не только чистую душу, но и чистое тело. Если тело недостаточно чисто, если оно в состоянии каком-то помойно-гнилостных процессов, если оно на таком уровне, как сказал святой старец Паисий, когда моча не освящается, если в нашем теле там мочевая кислота накапливается какие-то процессы брожения, гниения, которые вызывают воспаление, вызывают какие-то болевые симптомы, понижают иммунитет, ухудшают наше общее самочувствие, отнимают нашу энергию, отнимают силы, которые мы могли бы потратить на молитву, отнимают наше здоровье, отнимают вообще способность жить, побеждать и бесстрашно встречать все проблемы, которые существуют в этом мире. Способность вообще
развиваться, да, отнимает у нас вот эта нехватка энергии, вот это вялое состояние, вот эта сонливость ежедневная, с которой сталкиваются сейчас все люди в нашем мире. И в чем причины этого неправильного питания, которое сложилось сегодня, и которое доминирует даже во время поста, в результате чего пост перестал быть тем полноценным способом очищения души и тела и стяжания благодати Духа Святого, каким он был ранее в православной традиции. Давайте вспомним традиции, которые были до революции 17-го года. Вообще, независимо от того, пост или не пост, вообще в любое время года, в любых обстоятельствах, первое, что отличает наших православных предков, живших до революции на земле русской, это то, что не употребляли в большом количестве белого сахара. Сахар в таком масштабе, как он сейчас тиражируется, немножко позже в связи с научно-техническим прогрессом и вообще развитием промышленности, начал быть популярным продуктом, доступным по стоимости и общепринятым в быту. И все это было тоже с легкой, так сказать, руки большевиков. Ну, в общем-то, большевики бравировали несколькими вещами, которые они ввели после революции 17-го года. Первое – это стал доступен сахар, второе – стала доступна белая мука, и третье – стало доступно мясо в больших количествах. Раньше мясо не было доступно в таких огромных количествах. Крестьянин никогда бы не стал свою скотинушку там на мясо отправлять ежедневно, чтобы каждый день питаться по правилам так называемого ПП, или правильного питания, которое сейчас так модно, и которое приводит не всегда к тем хорошим последствиям, которые считаются целью, так как большое количество мяса приводит к накоплению мочевой кислоты в организме, к отложению камней в почках, так как избыточное количество животного белка при неправильной кислотности, а у большинства людей сейчас с кислотностью проблема, она не сбалансирована. Так вот, если кислотность не нормализирована, животный белок он не усваивается. Это раз. И второе, на то, чтобы переварить животный белок, нужно нашему организму несколько дней. Мясо не выводится сразу, оно выводится в течение нескольких суток. Это тоже нужно помнить, это очень длинный процесс пищеварения, поэтому если мясо употребляли, его не употребляли ежедневно, поэтому и существовали вот эти пищевые паузы, вот эта потребность в постах, которые существовали всегда независимо от времени года, среди недели. И даже если была сплошная седмица, мясо все равно не употребляли ежедневно, а могли там употреблять яйца, могли там употреблять немножко качественных домашних молочных продуктов от своей коровы, конечно же, а не молоко на химии из порошков или еще хуже с какими-то не очень полезными веществами внутри. Как мы сейчас деткам, да, дают йогурты с сахаром, красителями, консервантами и стабилизаторами, и детей с детства подсаживают на зависимость от сахара. Сейчас даже на тренингах по психологии бизнеса, между прочим, рассказывают, что если вы хотите вашему клиенту насадить какую-то идею, чтобы он подписал какие-то контракты с невыгодными условиями, дайте ему немножко конфеток. Вот стоит же, да, лукошка с конфетками обычно в офисе, и говорят, ну, угощайтесь. Это же неспроста, это сахарочек, он помогает человеку принять какие-то условия, которые не очень выгодны для него, потому что сахар, если его употреблять много, подавляет волю. Человек становится безвольным, человек становится рыхлым, слабохарактерным, понимаете? Поэтому и старцы издревле говорили так людям, православные старцы говорили,
И хочешь сладкой жизни, ешь горькое. И люди имели огромную силу воли, огромную выносливость. А сами старцы, которые посвящали свою жизнь Богу, они, как правило, питались горькими травами, кореньями. Вот мы знаем, например, в Киево-Печерской лавре был такой святой, его звали Лободник, потому что во времена голода этот святой человек накормил весь Киев лебедой или лободой. Кстати, говорят, что лебеда – это знаменитая киноа. Это как бы растение, которое имеет в себе огромное количество протеина, между прочим, но оно горькое на вкус, если брать зеленую часть. Ну, в общем, является ли лебеда киноа, это тоже нужно еще уточнить. И желательно вернуться к тем традициям, которые были в далекие времена, в древности, когда еще люди знали силу трав, знали, как правильно применять те или иные растения, чтобы они оказали нам максимальную пользу. Именно эти вопросы предлагаю вам решить на марафоне «Практика разумного поста». Вы можете зарегистрироваться по ссылочке под этим видео. Вдобавок к уже сказанному, хотелось бы подчеркнуть, что до революции не просто ели мало сахара, сахар считали деликатесом, сахар был доступен не всем. И даже богатые люди, они не покупали большое количество сахара и не употребляли его часто. Купеческие дочери чернили себе углем зубы, чтобы сделать вид, будто они едят много сахара, потому что от сахара зубы становились черными, естественно. Ну и купеческие дочери предпочитали вместо того, чтобы есть сахар, просто почернить зубы, чтобы показать, что у них высокий материальный статус, и они могут себе позволить употреблять этот продукт. Хотя его употребляли, опять-таки, очень редко, по большим праздникам и очень в небольшом количестве. И это не считалось нормой кушать сахар каждый день, естественно. Сейчас сахар добавляют всюду. И в кетчуп, и в майонезы, и в постные печеньки, которые люди едят якобы для очищения своего организма, да? Сахар употребляют даже люди, которые едят колбасу, потому что вот там, кроме глутамата натрия и всяких консервантов и химических добавок, обязательно есть сахар. В хлебе есть сахар. В различных консервациях постоянно добавляют немножко сахара. В различные ресторанные блюда тоже добавляют сахар. Даже если это такие блюда, как мясные, рыбные, это не только десерты. И таким образом сахар стал пандемией, настоящей пандемией нашего времени и 20-го, и 21-го века. С тех пор, как сахар стал доступным благодаря развитию промышленности, мы получили настоящую пандемию сахарной зависимости. Ученые исследовали, как сахар влияет на мозг человека, на вкусовые рецепторы, на вообще восприятие окружающего мира, и пришли к выводу, что сахар, он просто-напросто приводит к такой же зависимости, как и кокаин. То есть люди, по сути, подсажены на сахарную иглу. Это очень опасно для здоровья, потому что засахариваются сосуды, они становятся как сосульки от частого употребления продуктов с сахаром. Более того, кроме того, что у нас есть риск хрупкости сосудов, различных проблем по здоровью, кроме того, что из-за избыточного употребления сахара мы не можем усвоить витамин С, потому что витамин С, он усваивается только при отсутствии белого сахара. Вообще витамин С должен усваиваться из фруктов, где нерафинированный сахар, а природный, естественный
естественная сладость, фруктоза, которая не химическая, а которая находится в фруктах. И это должно быть в небольшом количестве. То есть достаточно употреблять либо цитрусовые, либо наши любимые яблоки, ягоды, конечно же. Но это не должно быть основным приемом пищи. Люди слишком привыкли к сладкому вкусу. При этом, при всем, данный вариант традиций в питании современных, он приводит к тому, что из-за огромного количества сахара в организме, который поступает не только со сладкими продуктами, не только от продуктов с белым сахаром, но также от картошки, где есть естественный сахар, от моркови, свеклы, от различных овощей, где тоже есть свой естественный сахар, от круп, где свой естественный сахар тоже в небольшом количестве, от фруктов, от меда, от различных сухофруктов. У нас происходит жировой гепатоз печени, застой желчи. Очень бурно размножается кандида, и в итоге сильно ухудшается кишечная микрофлора. А когда застой желчи, то в организме заводятся паразиты, потому что наша желчь, она горькая, и она дает отпор всем непрошенным гостям. Если у нас нет застоя желчи, то обычно все хорошо, но застой желчи, он обусловлен также тем, какая наша кишечная микрофлора. Если кишечная микрофлора не в порядке, то это влияет и на качество желчи. Это все взаимосвязано. Кроме того, если нет хорошего желчеоттока, то страдает сразу же поджелудочная железа. Эти органы взаимосвязаны. Если страдает поджелудочная железа, сразу страдает щитовидка, потому что поджелудочная железа, она дает возможность усвоить, переварить пищу. И в итоге люди, которые вот так вот неправильно питаются, они, что бы они там не ели в пост, если они не убирают из своего рациона вот этот вот белый яд, который привел нас к пандемии ожирения, множество болезней, к снижению иммунитета, пока вот этот белый яд, этот кокаин нашего времени, пока сахар не убран из рациона, не сведен к минимуму, пока это все не заменено каким-то небольшим количеством фруктов, пока люди едят все эти сладкие гадости с белой мукой, сейчас про белую муку еще скажем отдельно. Знаете, что до революции белую муку ели буржуи, так называемые, да, и большевики бравировали, что они дали народу белую муку, белый сахар и мясо. Так вот, пока мы это все вот едим, этот белый сахар, белую муку, быстрые дрожжи, которые появились после Второй мировой войны, да, до этого была закваска длительного брожения, полезная. Эта закваска позволяла нам ферментировать, улучшать свойства продуктов, улучшать их усвояемость. Сейчас эта закваска никудышняя, потому что быстрая закваска, она не дает возможности усвоить глютен. В итоге, пока мы вот так питаемся, что бы мы там ни делали в пост, какие бы мы ни делали аскезы, как бы мы ни разбивали лбом паперть храмов или там, я не знаю, где угодно мы можем совершать эти аскезы, да, даже если мы уедем в пустыню, но будем продолжать питаться так, как питается наш цивилизованный мир, толку никакого не будет, понимаете? Ситуация у нас назрела просто критическая, потому что в организме действительно большинства людей состояние помойки. Люди не зря боятся этого коронавируса, приходят в церковь в этих масках, приходят в страхе куда-то там в общественные места, переживают, боятся, думают, что они уберегутся, если они вот будут избегать контактов с другими людьми. Нужно вначале изменить самого себя, как говорит старец Силуан Афонский, если человек не переделывает сам себя, то его жизнь — это бесконечный самораспад. И нам нужно начинать не с того, чтобы там
масочку с перчаточками одеть и чем-то там попшикаться еще сверху. А начинать изнутри вычищать весь этот гной, весь этот смрад, всю эту мерзость, запустение из своего физического тела, потому что наше тело, видимая часть души, всегда нужно об этом помнить. И пока мы не работаем со своим телом, а идем на поводу своих страстей, сластолюбия, чревоугодия и других страстей, то в итоге мы теряем не только здоровье, мы теряем также нашу духовность, нашу культуру, наши традиции, мы теряем самих себя, мы теряем вообще смысл своей жизни. Белый хлеб это тоже не продукт ежедневного употребления, это был продукт, который употребляли по праздникам. Вот эта просвора, это продукт праздника, это продукт воскресенья. Ее в небольшом количестве люди по маленькому кусочечку употребляли там утром. Но это не значит, что вы должны целую булку из белого хлеба кушать на обед с кефиром там или еще с чем-то. Это ненормально употреблять белый хлеб в таком огромном количестве, как люди его употребляют сейчас. Это ненормально употреблять столько выпечки. А выпечка это тоже был продукт, который люди когда-то употребляли, ну, не ежедневно. Хлеб раньше был из цельного зерна. Белый хлеб это не цельное зерно, это уже по сути крахмал, тот современный белый хлеб, который есть у нас. Глютен в таких больших количествах без правильной закваски не усваивается. Вот эта закваска дореволюционная, которая была у людей, когда она бродила несколько дней, иногда несколько недель, и потом получался хлебушек, который, ну, действительно позволял усвоить весь глютен. Это было действительно совсем другое питание. Таким хлебом можно было действительно питаться даже в пост, и он никому не вредил. В разумных количествах, конечно. И, естественно, что касается вообще глютена, то нужно помнить, что после революции 17-го года большевиками были проведены определенные эксперименты над пшеницей, в результате чего она стала давать больше урожая, но количество глютена в зерне увеличилось. Мало того, что количество глютена в зерне увеличилось благодаря вот этой селекции, вот этим всем экспериментам, еще и после Второй мировой войны мы получили быструю закваску короткого брожения, которая, ну, не требует вот эти термофильные дрожжи длительного брожения и длительной подготовки. И в итоге мало того, что у нас много глютена и так в этой пшенице, это все еще и не усваивается, потому что у нас в итоге еще и нет качественных дрожжей. И какие у нас теперь могут быть выводы? Конечно же, в идеале нужно искать друзей-единомышленников, создавать православные хозяйства вдали от больших городов, иметь свое качественное все, что только можно вырастить и приготовить, и сделать, независимо от цивилизации. Ну и пока есть еще связь с цивилизацией, продавать это все через интернет, создавать интернет-магазины, чтобы был дополнительный заработок. И для этого нужно людям научиться, во-первых, очищать свое тело, свою душу, свои помыслы, быть доброжелательными, научиться коммуницировать, научиться дружить, научиться заводить полезные знакомства и, конечно же, иметь смелость что-то изменить в своей жизни. А для того, чтобы иметь эту смелость, нужно наладить микрофлору кишечника как минимум, потому что если там целая куча всяких паразитов, грибков и всяких непрошенных пассажиров, то, знаете, у них есть свой коллективный разум, и они тоже влияют на состояние нашей души. У них есть тоже свои способы воздействия на человека. Они прилепляются к внутренним органам, воздействуют на определенные точки, меняют наши пищевые привычки, вызывают у нас пищевые зависимости. И чтобы все это свести к минимуму, избавиться от этой заразы, чтобы снова вести здоровый образ жизни, чтобы
понять, какой должен быть пост на самом деле, я вас приглашаю пройти вместе со мной по этой тропе разумного православного поста, осознанного, глубокого, настоящего, без экспериментов над собой, только научно доказанные методы. Меня зовут Натали Аристос, подписывайтесь на мой YouTube-канал. А я являюсь сертифицированным нутрициологом и диетологом, дипломированным психологом и философом, а также тренером по здоровому образу жизни. И буду рада помочь вам обрести свободу в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, чтобы вы могли продуктивно себя проявить, чтобы вы научились жить без страха перед всякими вирусами и пандемиями, чтобы у вас была сила преодолевать те препятствия, которые сейчас временно встретились нам на нашем жизненном пути. И да будет с нами сила Божия, мир всем. Жду вас на своем марафоне «Практика разумного поста». Благодарю за внимание. Всего доброго вам. С Богом!